Приветствую вас. Сразу хотел бы сказать, что ничего не имею против педагогов, преподавателей, вот, но с учетом вышесказанного вами, с учетом того, что я прочитал, я могу сделать вывод, что А. У вас проблемы в взаимоотношениях с отцом, как минимум. Б. Вы подавляете в себе свои детские желания. То есть вы подавляете свое детское эго-состояние. Вы подавляете свои, ну, в общем, свою спонтанность, свои чувства, возможно, и так далее. Именно поэтому вам с вашими ровесниками общаться неинтересно, потому что вы взрослее. То есть вы думаете, что вы взрослее, а на самом деле вы не то чтобы прям взрослее, а вы скорее родитель. Как родитель себя ведете в этом смысле, то есть вы относитесь к своим ровесникам как родитель. Вот. В чем, собственно, суть, в чем тонкость. Вот. И это основной момент, что вы в большей степени сейчас родители по отношению к ровесникам, вот, и ребенок по отношению к тем, кто вам нравится. Но не взрослый. А отношения нужно выстраивать именно по принципу взрослый-взрослый. Вот именно по этой причине у вас и имеет место быть ваши проблемы. С другой стороны, вы говорите, что я хочу строить отношения с опытным мужчиной. Но почему? Почему с опытным? Вы пишете, что я не могу, чего вы не можете, это, конечно, отдельный вопрос, вот. Но, тем не менее, то есть это вот такая история. Значит, вы нуждаетесь, скорее всего, в безопасности, вот. Значит, вы нуждаетесь в защите, вот. И, соответственно, за это вам нужно взять на себя ответственность. Вот, возможно, вы чувствуете ответственность от своего отца и пытаетесь через взаимоотношения с мужчинами постарше, значит, доказать как раз-таки своему отцу, что вы достойны любви, вот, понимаете, какая штука, либо у вас есть какой-то импринт, вот. Импринтинг это такая штука, когда один раз у вас, например, в детстве что-то впечатлило, да, вот, 13 лет, вот, вас впечатлил
мужчина 30 лет. Чем-то, ну, вот, вам показалось, что он, вот он то, что вам нужно, тот, кто вам нужен. Вопрос только в том, опять же, для чего. Вот. Это какая штука. Это тоже нужно разбирать, конечно же. То есть в этом смысле вам, значит, нужно исследовать свою самобытность, свою самоцельность и свою самооценку. Вот. А также то вообще, зачем вам мужчина, да, и значит, какую природу имеют ваши, ну ваши чувства, скажем так. Вот. То есть это вот очень важный тоже момент. Вот. То есть, что делать вам? Вот вы спрашиваете, да, объясните, что делать. Что делать, чтобы что? Да? У вас идет запрет на близость, у вас идет запрет на детское состояние, у вас идет запрет на чувства. Вы запрещаете себе управлять свои желания, запрещаете себе управлять свои эмоции. Вот. Маленькая штука. То есть тут вот это нужно исследовать. Вот. И это один момент. Еще один момент. То, что у вас общего нет с вашими ровесниками. То, что вы держитесь особняком, не разделяете их интерес, не интересуетесь тем, чем интересуются, они считают себя выше, взрослее этого, но на самом деле это подавление, опять же, детских эмоций, интуиции, спонтанности, творчества и так далее. Вы пишете, что вы работаете в школе, это в данном случае не случайно, вы чувствуете себя слишком взрослым, чувствуете себя слишком, слишком родителем. Вот, какая штука. Вот. Ну и вот то, что вы пишете, да, с кем я хочу отношения, с кем-то постарше, опытнее, зачем, почему, а я так не могу, как? Как вы не можете? Вот. Понимаете, какая штука? Как именно вы не можете? Это вопрос. Разобраться нужно в своей потребностной сфере, Елена. Тогда и вам будет гораздо лучше. Вот. Но это определенная работа, опять же. Это определенная работа. На этом все. Значит, анализ нужно делать детско-родительских отношений, вот, и смотреть, скорее всего, с вашей эмоциональной потребностной сферой нужно работать. Вот, и исследовать то, что вы хотите. Вот. Понимаете? Какая штука. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.